Так, а чего вы, солнышко? Кто меня будил сегодня? Кто сегодня меня будил? Всем доброе утро! Наконец-то, переодевшись, сходив в душ, заправив кровать, я могу снять для вас нормальное приветствие и, почувствовав себя уже не такой сонной, скажу вам, что сегодня я снимаю просто суперский домашний влог, расскажу вам о своем дне на карантине, чем же я занимаюсь, когда не выхожу из дома, как я развлекаю себя, как я провожу время с семьей и, в принципе, просто целый мой день на карантине. Этот челлендж я принимаю от Авы Мелисы и Тельняшки. Ава Мелиса передала челлендж, сняв день на карантине тельняшки, а тельняшка, сняв день на карантине, передала этот челлендж мне. В общем, я очень надеюсь, что это видео вам понравится, а в Мелисе и тельняшке я передаю большой привет. Их видосики вы можете посмотреть по ссылочке ниже в описании, но я постараюсь сделать это видео супер атмосферным, поэтому запасайтесь печеньками, вкусным чаем и давайте проведем этот день вместе. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Я вам желаю приятного просмотра. Ник моего инстаграма вы видите сейчас на своих экранах. Обязательно подписывайтесь, там огромное количество всяких крутых фотографий. Вообще, в сторис я говорю вам очень много важных новостей, поэтому не пропустите. И я начинаю свой день на карантине. Поехали! Ну что же, я уже на кухне, и всегда я начинаю свой день со стакана воды. Это, можно сказать, заряд бодрости на целый день, а также после этого сразу пью кофе без каких-либо вкусняшек, просто потому что люблю этот приятный запах по утрам, и сам по себе вкус кофе мне очень нравится. Тем временем мама готовит еду для моей собачки. Милка тоже будет завтракать. У нас это... Что это? Очень полезное блюдо. Телятина и морковочка будет Мила кушать. Телятина и морковочка. Милка. Мясо с овощами Мила будет кушать? Ой, все, смотри, все, заняла свою позу. Приятного аппетита. Мы с мамой Полиной сейчас решили приготовить круассаны с корицей и еще булочки с творогом, пополам это все разделить, потому что никак не могли решить, что все-таки мы будем готовить. Мы с Полиной настаивали на круассанах с корицей, а мама на булочках с творогом, поэтому мы решили сделать пополам. И сейчас я вам покажу процесс под музыку. Ну а пока у нас готовится вкуснятина, я выгружаю новое видео на свой YouTube-канал с сестрой и с мамой из Дубая. Кто хуже нарисует, тот это и сделает челлендж. Если вы его до сих пор не смотрели, то обязательно переходите по этой подсказочке после того, как посмотрите это видео и смотрите, оно получилось очень веселое и интересное. А там Полинка, которая еще ни с кем не здоровалась. Иди поздоровайся. Поля сонная. Выспалась или нет? Нет? Два слова связать не может, короче, понятно. Приготовились наши вкусняшки. Сейчас будем завтракать всей семьей. Ну что же, я уже позавтракала, более-менее привела себя в порядок, и сейчас вообще хочу рассказать вам, что я планирую сегодня делать в течение этого дня. Обычно после завтрака, раза два в неделю, и как раз-таки настало время, я делаю тканевые масочки и ухаживаю за своим лицом. Это я делаю специальными средствами, которые покупаю или в аптеке, или в каких-либо магазинчиках наподобие Литуаля, Золотого Яблока. Поэтому прямо сейчас я отправляюсь в свою райскую комнатку для ухода за собой, и мы вместе с вами проведем эти прекрасные
прекрасные процедуры. Для того, чтобы сгладить свою кожу и убрать мертвую, я использую вот такой вот крем Либридерм. Это не реклама, это как пилинг-скатка, и она очень хорошо помогает, если ее использовать раза два в неделю. Сейчас я благополучно достаю все эти масочки, выберу две любимые и выложу опрос в Инстаграме, какую же масочку вы хотите, чтобы я сделала сегодня. А также перед сном я всегда наношу вот такой вот уходовый крем от Clarins. Он очень хорошо сглаживает кожу, и он считается моим любимым. Я его покупаю каждый месяц, но, правда, стоит он достаточно дорого, около 3000 рублей. Но это того стоит, ребятки, правда вам говорю, очень хороший крем. Включаю свою подсветочку. Ну что же, мои дорогие, я уже вернулась к вам, наснимала много историй. Выбрала две своих любимых. Одна из них шоколадная, она очень жидкая и офигенно питает лицо. Я ее покупаю в магазине «Подружка». И вторая масочка, она молочная с кофейным запахом, тоже крутая, но я бы поставила ее на второе место, и я думаю, что вы читаете мои мысли, потому что уже 1597 человек проголосовали за масочку-шоколадку и 909 человек за кофейную масочку, то есть 64% в пользу моей маски, и я прямо сейчас буду ее делать. Нет, это не видео «Подписчики управляют моей жизнью», просто сегодня, чтобы разбавить это видео, я буду почаще делать такие опросики. Делаю маску и покажу вам, что я буду делать дальше. Я сейчас упаду, ребята! Ой, знаете, с короткими ногтями очень неудобно выправлять масочку. Почему? Потому что, ну, я еще не делала маски без длинных ногтей, ни разу, ну да, только максимум 2 года назад. И многие мои подписчики писали мне в директе: «Карина, блин, тебе надо было снять видео 24 часа с короткими ногтями, а не с длинными, как снимают многие блогеры». Я подумала, такая: «Блин, а реально?» Но уже поздно, я уже более-менее привыкла. Ничего страшного. Делаем вот такую вот красоту. Маска очень жиденькая, такого желтоватого оттенка, но мне очень нравится, как она питает лицо и садится на кожу. Ну что же, я более-менее привела свое лицо в порядок. На карантине я очень редко крашусь, так как я считаю, что в это время дома, когда мы сидим и практически ничем не занимаемся, наша кожа должна отдыхать, так как мы пока что не гуляем, не ходим по торговым центрам, не выходим на улицу, или, по крайней мере, стараемся делать это очень редко. Сегодня я никакой макияж себе делать не буду. Хочу, чтобы вы просто посмотрели на мое натуральное лицо без какой-либо косметики. А если же вы хотите посмотреть просто, как я делаю макияж, можете заглянуть в мой Инстаграм. Ник, вы сейчас видите на своих экранах. Там у меня есть несколько роликов о том, как я делаю макияж. Можете его повторить и выкладывать с хэштегом «Макияж вместе с Кариной». Я буду вас лайкать и подписываться на ваши аккаунты. Ну а сейчас я решила немножечко прибраться в своей комнате, запустить свой робопылесос, как вы видите, потому что сейчас тут валяются всякие зарядники, футболка, в которой я была утром. Ну и я думаю, вы заметили, да, что я сделала перестановку. Сделала я эту перестановку только потому, что я не могла спать, и у меня бессонница, и мне было некомфортно, когда моя кровать стоит вот так вот посреди комнаты. Поэтому сейчас я сплю у стены и, знаете, бессонница почему-то мигом пропала. Ну что же, сейчас я сделаю порядок, приберу свою комнату и покажу вам уже вариант после. Я более-менее все прибрала, составила подушки, жду премьеру, открыла компьютер, поменяла местами тумбочки, убрала все с кресла, составила все на подоконнике, прибралась на столе, теперь тут такой нормальненький порядок, ну, по крайней мере, не то, что было до этого. Все красивенько составила, и на полу теперь ничего не валяется. Ну что же, премьера уже начинается. Такое ощущение, что я сейчас записываю сторис, потому что непривычно это снимать все на камеру. Очень много людей пишут, вы все такие активные, и именно за это я вас люблю. Уже 1500 зрителей, сейчас будет больше, больше и больше. Погнали смотреть. Я сейчас отправляюсь в бассейн и надеваю Полинин купальник и купаюсь в нем. Ну и задание, конечно. Это очень просто. Я залезаю и окунаюсь вот так вот. Опа! Сейчас я пойду перекушу, а потом буду заполнять свой ежедневник. Вот такой вот у меня небольшой перекус. Это бутерик с паштетом и сыром. Очень вкусно. И зеленый чай.
Я думаю, многие заметили, что в последнее время я начала вести свой ежедневник. Но я бы не сказала, что меня можно отнести к тем людям, которые круто рисуют, как-то круто оформляют. Тогда, когда у меня есть вдохновение, я просто пишу и делаю все то, что мне нравится. Зачеркивала дни до Дубаев и забила на это огромный жирный болт за последнюю неделю. А также я вообще заполняю ежедневник каждый день и пишу свое настроение вот в этих окошечках. Сейчас я этим и займусь. Сейчас я вам хочу показать свои навыки в рисовании, да, просто посмотрите на этот ужас, чтобы вы понимали, рисовать я вообще не умею. Вот эту девочку я пыталась нарисовать где-то полчаса, и вышел просто какой-то ужас, кошмар, трэш. Все, что я умею рисовать, это титьки, юбку и форму лица, и то это все ужасно получается. Чем же еще заниматься на карантине, кроме как жрать? Моя мама попросила меня приготовить для всей семьи маленькие макарошки с сосисками, поэтому сейчас я этим и займусь. Я пока не голодная и вообще стараюсь много не есть, поэтому я кушать пока не буду, но приготовлю это все для всей семьи. Моя мама с папой скоро уйдут за продуктами, они это делают раза два в неделю, сегодня как раз таки один из этих дней, а также они поведут Милу, мою собачку, на стрижку, так как она еще ни разу не стриженная за последний месяц, и как раз таки сейчас карантин, и нужно срочно отвезти собачку, так как она вся заросла, я вам покажу результат, а сейчас я пойду готовить. Я положила еду Полинке, маме и папе и нарезала овощи. Вот такая вот вкуснятина. Родители пошли отводить Милку на стрижку, ну а мы с Полиной сейчас будем играть в какую-нибудь игру, потому что мы полностью одни дома. Такое бывает очень редко. Также родители попозже забегут за продуктами, и на стрижку Милку им нужно обязательно отвезти, потому что она уже заросла. Ну что, Полина, как ты думаешь, во что мы сейчас с тобой будем играть? Предлагаю поиграть в Уно. Как ты на это смотришь? Во что? Я тебе сейчас объясню правила. В общем, это просто суперская игра. Я уверена, что многие мои зрители знают ее. Сейчас я тебе все покажу. Погнали. Я Полину уже более-менее научила играть. Посмотрите на мои карты, ребятки. Итак, мы продолжаем. 4 красные, правильно такие? Угу. Троечка. А мне тройкой можно сходить? Можно, если у тебя носит красного цвета или тройка любого цвета. Просто цифра. Нет, вообще нет. Желтым ходим, да? Да. Шестерку. Шестерка, значит, мы переходим на зеленый цвет. Но меня это не устраивает, поэтому я кидаю вот эту карту и выбираю опять желтый цвет. Мы с Полиной налили чай, сейчас будем продолжать играть. Я уже выиграла 3 раза, а Полина 1. Также только что пришли мои родители, отвели Милку в парикмахерскую и через час уже снова пойдут за ней. Ну а теперь я хочу немножечко поболтать с вами. Я выкладывала историю в свой инстаграм, где попросила вас писать о том, чем же вы все-таки занимаетесь на карантине. И типа самые оригинальные ответы попадут в мое новое видео. Так вот, ответы оказались настолько оригинальными. Сейчас мы посмеемся вместе с вами. Итак, ходить в туалет, смотреть Карину Аркелян. Вот это очень оригинально, без сарказма. Пить пиво, ахаха, да. Можно и попить пивасик на карантине, почему нет? Если он есть и не ходить в магазин, то можно, в принципе. Смотрю по 7 фильмов в день. Как раз таки получается где-то 14 часов в сумме. Да, можно посмотреть 7 фильмов в день, ребятки. Если вам настолько нечего делать дома, то да, можете глянуть 7 фильмов. Ну и помимо этого, хочу вам действительно дать крутые советы, чем же все-таки заняться на карантине. Ради этого, я думаю, в первую очередь я решила снять это видео, потому что очень много вопросов прилетало мне в директ. Карина, дай, пожалуйста, советы, объясни нам, чем же ты занимаешься на карантине, может быть, мы возьмем какие-то идеи. Да, ребят, я подготовила для вас идеи, сейчас я вам их прочитаю. Первую идею, которую я вам хочу дать, это посмотреть фильмы, но не те фильмы, которые банальные или которые вы просто ищете, смотря всякие трейлеры. Я хочу вам посоветовать 2 своих любимых фильма на данный момент. Первый вы уже все 1000 раз знаете, но немногие его посмотрели. Все знают, что да, «Чарли и шоколадная фабрика» — мой самый любимый фильм, и я вам его советую просто на все 1000 миллиардов %. Ну и второй фильм, я вам еще о нем не рассказывала, но он действительно крутой и очень-очень необычный. Называется «Бегущий в лабиринте».
лабиринте. Я думаю, что многие его смотрели, так как он очень популярный, но если все-таки нет, то посмотрите, фильм вам очень понравится. Также на карантине я советую вам приводить свою кожу в порядок, даже если она и так идеальная. И в принципе на карантине вы можете тратить время на то, на что вы в принципе не тратили время, когда карантина не было. Когда вы гуляли, когда приходили домой поздно вечером и думали, блин, а почему бы не убраться? Уборка это тоже самое банальное, я вам тоже могу это посоветовать, но как бы это делает каждый человек, смотря в какое время. Кто-то запускает свою комнату до такого срачельника и в самый последний момент прибирается, а кто-то прибирается всегда, потому что ему, ну, нечего делать, или человек просто чувствует себя некомфортно, когда в комнате беспорядок. Также хочу посоветовать вам сделать перестановку. Если вы переставите какую-нибудь тумбочку или поменяете местами диван с кроватью, там, я не знаю, передвините стол или поменяйте расположение учебников, расположение компьютера, там, я не знаю, какие-то обыкновенные вещи, которые несложно передвинуть, или с помощью родителей, как сделала я, вот так вот переставить кровать, ваша комната в любом случае заиграет по-новому, и это тоже как очень крутая идея. Чем же можно занять себя на карантине? Ну, потому что дома мы скучаем, проводим там 24/7 времени в это время, да, именно так. И если у вас что-то заиграет по-новому, или мебель будет стоять иначе, то и настроение, мне кажется, у вас поднимется, ну, раз в 10 больше, это точно. Лично у меня так и произошло, теперь у меня нет бессонницы, потому что я сплю у стены. Также хочу поделиться с вами рецептом кекса в кружке. Недавно в свой инстаграмник, вы сейчас видите на своих экранах, я выложила обыкновенный рецепт кекса в кружке, и, как оказалось, немногие зрители знают вообще, что это такое, и все начали повторять, отмечать меня в сторис. Все это мне показалось настолько приятным, что я решила даже запустить челлендж прямо сейчас. Я открываю вот такой вот хэштег «На карантине с Кариной». Используйте все те советы, которые я вам сейчас назвала, и назову прямо после еще и этого совета и рецепта кекса в кружке. Отмечайте меня, делайте перестановку, там, я не знаю, смотрите фильмы, которые я вам посоветовала, я буду добавлять вас к себе в сторис, лайкать ваши аккаунты, подписываться, делать сигны, видеоприветы, чтобы вы уж точно не заскучали на карантине, а также в своем инстаграме прямо сейчас и вообще в ближайший месяц точно я каждый день буду присоединяться к вашим прямым эфирам, на которые вы меня приглашаете, отправляя свой прямой эфир мне в директ. Вчера присоединилась к девочке, у которой на эфире был всего один зритель. Я присоединяюсь и сразу бац-бац, 5000, 7000, 10000. Девочка в шоке, не понимает, что происходит просто. До последнего не верила, что это я, из других аккаунтов попыталась зайти. В общем, теперь я буду делать это чаще, поэтому используйте хэштег «На карантине с Кариной» и будем с вами вместе развлекаться. Отмечайте меня, а я сейчас поделюсь с вами этим чудесным рецептом. Тоже используйте его и отмечайте меня. Итак, для того, чтобы приготовить кекс в кружке, расскажу вкратце, чтобы мы сегодня все видео не говорили с вами о жрачке. Все, что вам нужно сделать, это в одной достаточно большой кружке смешать эти ингредиенты. Мука 4 столовые ложки, сахар 4 столовые ложки, какао 2 столовые ложки. Это, кстати, самый главный ингредиент. Яйцо 1 штука, и его обязательно нужно разбить так, на всякий случай. Молоко 3 столовые ложки, масло сливочное 3 столовые ложки и разрыхлитель половину чайной ложки, то есть 1/2. Все это нужно тщательно перемешать и поставить эту чудесную кружечку в микроволновку на 3 минутки, но там посмотрите уже, готов кекс или не готов. Обязательно пользуйтесь. Следующий совет, чем же все-таки заняться на карантине, от Карины Аракеля. То есть от меня, да, если вы забыли, как меня зовут. Уборка в телефоне. Мне кажется, это очень важный совет и очень даже крутой. Например, я уверена, что у всех из нас в фотопленке есть лишние фотографии, какие-то фотографии, которые вам в жизни не пригодятся, или те приложения, которыми вы вообще не пользуетесь, но они засоряют память на вашем телефоне, или обои, которые вам надоели, заставка, которая вам надоела. Просто сделайте уборку в своем телефоне, поменяйте местами приложения, сделайте новую заставку, обои, чтобы ваш телефон тоже, как и перестановкой, заиграл по-новому, и тоже отмечайте меня, выкладывайте в сторис. И на своем собственном опыте скажу, что да, когда в телефоне все играет по-новому, сначала непривычно, но это очень поднимает настроение, вам кажется, что у вас сразу новый телефон. Это супер круто. Ну и следующее, чем же можно заняться на карантине? Самореализация и планы, которые вы можете записывать в свой личный дневник, на обычный листок бумаги, создать отдельный ежедневник и писать все те планы и задания, которые вы хотите выполнить тогда, когда закончится карантин. Например, сходить с друзьями в это кафе, которое сейчас, к сожалению, во время коронавируса закрыто. Или сходить в кино, купить такую-то футболку, купить такие-то масочки, купить такую-то палетку, прогуляться там-то, там-то, там-то. Если вы будете записывать эти планы, у вас сразу же появится вдохновение и
сразу же мотивация чем-то позаниматься дома. Поэтому обязательно записывайте планы, чем же вы можете себя занять уже когда закончится карантин. И это очень круто. Я уже так начала делать, но об этом в следующем видео, кстати. Ну а еще не забывайте про учебу. Естественно, мы должны закреплять наши знания. Если пока у вас в школе нету дистанционного обучения, то есть вы по видеосвязи не болтаете, и начнется это все чуть попозже, то можете повторять какие-то термины или те темы, которые вы не понимаете, зайти посмотреть ролики на YouTube, где учителя объясняют определенную тему, которая вам непонятна. И это тоже очень круто, ведь карантин — это то время, когда мы можем занять себя тем, чем не могли занять, когда карантина не было, и мы постоянно гуляли. Согласитесь со мной. Ну и последний вам такой блогерский совет, он подойдет не всем, но просто снимайте видео, снимайте вайны, начните хоть с чего-то, если вы хотите стать блогером, вот, самое нужное, подходящее время стать блогером, потому что все сейчас сидят дома, и все листают YouTube, потому что многим нечем заняться, но еще не сидите в телефоне чаще, потому что это очень плохо, так делать нельзя. Это были все мои советы, чем же можно заняться на карантине, у меня их еще полно, но чтобы их увидеть, вы должны подписаться на мой Instagram, ник вы сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь. Уже, кстати, 6 часов вечера, мама с папой ушли забирать Милку с парикмахерской, да, со стрижки. Потом я позанимаюсь своими делами, мы поужинаем, и день будет подходить к концу. Ролик и так длинный, но я думаю, что эти советы вам очень даже помогли. Отмечайте меня в сторис, мы запустили с вами хэштег, напоминаю, на карантине с Кариной. Забрали Милку подстриженную. Где собака? Подстриженная собака! Какая красивая подстриженная собака! Какая красивая Мила! Какая красивая Мила! Награду Мила будет? Ребятки, кто не знал, награда — это всякие вот такие вот штучки, медальоны там из ягненка и так далее. А еще у нас Милка знает команды. Голос. Служить. Ты мое солнышко. Сидеть. Дай лап. Молодец. Держи. Забрала вкуснятину, подстриженная собака-красотка. День уже почти подходит к концу, сейчас 7 часов вечера, и я собралась готовить себе легкое блюдо-мой ужин. Это салат с тунцом. Очень вкусное блюдо и как раз-таки низкокалорийное и полезное. Я сейчас стараюсь правильно питаться, по крайней мере булочки с утра это более-менее нормально, но раньше я очень часто пила чай со всякими сладостями после каждого приема пищи. Сейчас я стараюсь это исключить, чтобы хотя бы немного похудеть, ибо поправилась я уже на 2 килограмма, а для меня это очень много, и даже многие мои подписчики замечают и говорят: блин, Карин, ты поправилась. Сначала буду переходить на более правильное питание, а потом уже сяду на легкую и не сильно сложную диету. Сейчас я пойду готовить ужин, и, наверное, это видео уже будет подходить к концу, потому что особо заниматься уже нечем. Я поговорила по фейстайму со своей подругой, позанималась своими делами, и день пролетел как-то незаметно. Сделала уборку, сегодня был очень насыщенный такой денечек, в кавычках. В кавычках, конечно, на карантине-то ничего насыщенного и не должно быть. Но если насытить день планами, то в принципе такое и может произойти. Сейчас я вам покажу, как я готовлю салатик и кушаю. Мы включили фильм под названием «Я худею», и прямо сейчас будем смотреть всей семьей. Ну а я хочу сказать вам, на карантине обязательно сидите дома, не нужно жарить шашлыки, выходить на улицу и забивать на это огромный жирный болт. В России уже более 2000 зараженных, поэтому, пожалуйста, я вас очень сильно прошу, сидите дома и почаще мойте ручки. Я очень сильно вас люблю, не болейте, будьте счастливыми. Ну а с вами была Карина, это был влог о моем целом дне дома, блин, освещение такое хорошее было, я снимала с какой-то херней. Я вас люблю, спасибо вам большое. До скорых встреч, уже совсем скоро будет новое видео. Ставим лайки, подписываемся на канал, подписываемся на мой инстаграмник, вы сейчас видите на своих экранах, и я с вами прощаюсь. Всем пока, мои котята!